Мы тут немножко свернули пораньше, а оказалось, что здесь частные пляжи. И попасть, чтобы вот на этот хороший пляжик, нужно пройти. Смотри, Денис, вот здесь вот устрицы живут в таких ракушках. Ты жемчуг искал, давай. Можешь заодно и подкрепиться. Вот эта вот ракушечка, еще целая устрица, ее можно... Сейчас вот это. Вот. Вот это. Они еще закрыты, запакованы. А эти вот уже открыты. Вот, если ты очень голоден, можешь... Сейчас, кстати, одна устрица около 2 евро стоит. Можешь вон там на 6 евро перекусить. Ну, здесь вот тоже целые устрицы. Короче, здесь можно урожай неплохой собрать. Смотри, Денис, никуда ехать не надо. Натурпродукт. Ой, здесь какой хороший песочек. Нам че... О, Даня полез. Дань, ты куда? Слезай! Да, плохо дело. Видимо, не обойдется без травмпункта. Наш то эквилибрист. Так. Денис, а что устрицы-то это не стал собирать? Иди нарви себе свежих. Лезвитер. К обеду. Ой, как же здесь здорово. Водичка такая тепленькая. Сейчас пойдем плескаться. Ой. Все, Денисик. Все пропало. Мне здесь нравится. Почему ты не будешь? Здесь, смотри, выпей какие места. Для выпей. Все, вот здесь стелимся. Ой, надо... смотри, вот это домик тоже продается. Супер. Надо брать, Дань. Надо брать. Все, вот здесь вот мне нравится. Когда моего ребенка распустили из школы на 2,5 недели раньше, мы сначала даже немножечко повозмущались, куда детей деть, почему, что за произвол. Но сейчас я понимаю, что это был просто щедрый подарок, потому что все еще учатся, все остальные дети еще учатся, а мы уже отдыхаем, мы уже лечим нервы после истекшего, прошедшего учебного года. И море способно это сделать, залечить все душевные раны. Это волшебный звук прибоя. Я надеюсь, он поможет забыть этот кошмар под названием учеба. До следующего сентября. Это мой море, это мой антидепрессант. Так, ну что, приступим. Сейчас будут ее цеплять и переворачивать. Интересно. Интересно, что это она перевернулась? Вроде шторма никакого не было. Вчера вроде не было шторма, да? Так, чуть-чуть дождик грибной. Все. Видимо, что-то случилось. Ой, виды какие здесь, парусники. Рыбаки с пирса кого-то вылавливают. И не с пирса тоже вот вылавливают лодки перевернутые. А мы замучились уже отползать от береговой линии, потому что прилив постоянно, волны накатывают на берег, и мы уже несколько раз нас замочило. Полиция почему-то уплывает. Ничего криминального не нашли? Ну, может, оно и хорошо. А то тут может кого-нибудь прибить в наше направление. Сейчас я тоже кого-нибудь уже прибью, наверное. Если вести себя хорошо, не начнут. Так, и кружит, и кружит. О, сейчас нас затопит. Спасайся. Мы уже третий раз передвигаемся. Или четвертый, или 25-й, уже не помню. Так, давайте лодку переворачивайте, мы уже ждем.
думают, как ее кружит вокруг. Так, почему полиция уплыла? Лодку так бросим, что ли? Не будем ее переворачивать? Да уж. Все. Всем спасибо, все свободны. Полиция уплыла на обед. Они, наверное, за гарпуном поехали. Как ты думаешь? Нет, скорее всего, на обед. Я еще мы со скорой помощью, с пожарной.